мы находимся на очень ответственном этапе этого процесса, и главное сейчас, по-моему, обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и были нацелены на достижение результата, который обеспечивал бы суверенитет сирийского государства, права всех проживающих там этнических, конфессиональных групп, и который обеспечивал бы безопасность всего региона и не допускал бы превращения Сирии в постоянный источник террористической угрозы. Те процессы, которые были начаты в Астане и в свое время в Женеве, они дополняют друг друга, и мы очень ценим ту координацию, которая установилась между инициаторами астанинского процесса и вашей командой. This is the third visit, actually, in 2017 that we are making to Moscow in view of the recognition of the importance that the Russian Federation has in what we would like to see as a political solution in Syria. And we want to share together our own thoughts about the next round of Geneva talks and how the Astana the discussions will be, in a way, connected and connectable, both since without a good de-escalation process, Geneva talks will be difficult, but without the Geneva progress, there will be no horizon. So they are very closely interconnected.